дорогие друзья, большой-большой привет из Турции, из Махмудгара. Продолжается наш отдых здесь каждый день. Знаете как, можно сказать, что он похож на предыдущий, но каждый день здесь разная погода. Бывают волны на море, бывает море спокойно. Вот сейчас смотрю, сегодня волна чуть-чуть, небольшая, но волна есть. Каждый день меняется температура. То было прям очень жарко. Сегодня сейчас с утра 25 градусов и времени 9:14. Мы уже на данный момент совершили двухчасовую прогулку вот по вот этой шикарной набережной. Как всегда, сейчас идем уже принимать душ, завтрак и на море. Кто пишет, что вы не купаетесь? Как мы не купаемся? Мы сейчас позавтракаем и пойдем купаться. Что нам мешает купаться после ходьбы? Ходьба, еще раз говорю, доставляет удовольствие. Сегодня такой ветерок, и он такой чуть-чуть прохладный. И ходить от этого легче, гораздо легче. Сейчас хочу зайти в Нигрос, кое-что купить к завтраку. И хочу купить кошкам еды. Там у нас котятки, такие худые, конечно. Но они пить им негде, они пьют воду из бассейна. Я думаю, с этим связано. А вода в бассейне, ясное дело, что очень сильно хлорирована. Если Ваня купается у меня в белой футболке в бассейне, он потом выходит в белоснежный белый футбол. То есть какое количество там хлора содержится. Вон нам уже наш канак с мороженкой. Я чувствую, что я умираю, хочу пить. Вот умираю. Хочу сок. А я сок хочу. Здравствуйте, а фреш есть? Фреш. Фреш. Да? Окей. А сколько стоит? How much? Где? А, во. А ты что, понимаешь? 40. Ты будешь тебе взять? Два. Можно два? Оранж, да. Они здесь и спят, что ли, подушки какие-то. Тут кошелек с собой взяла. У меня такой, видите, косметичка. Деньги не помешаются в обычном кошельке, потому что сейчас деньги очень сильно обесценились. Много с собой несешь. Чай заваривают, прям чай внутри. Заварник внутри чая, представляете? Ну, внутри вот этого термоса. В общем, присели. Здесь так хорошо в тени. В общем, это типа это кафешечки такой. Принес на апельсины. Мальчик тоже, видимо, только-только проснулся. Никак. А мне прям, я не могу. У меня сейчас такое ощущение, что если я не выпью, прям вот залпом, прям бегом, прям вот пересыхает. Аж губы все пересыхают. Я, если беру с собой воду, я выпиваю ее еще на том пути. Я, ну, с собой неудобно таскать эту воду. И взять по пути ее негде, потому что магазин только в 9 часов открывается. Ой. Сейчас, да? Вот это при нас прям, да, ведь сейчас со свежих апельсинов, свежевыжат. А на рынке разбавленный с этим идет, с льдом. Смотрите, какая прелесть. И ветерок. Ой, прям мечтаю, слушайте. Самое большое. Я понимаю кошек, да, вот когда они сидят, им распаковывают пакет. Этот вот сидишь, смотришь, как тебе давят сок. И предвкушаешь, что ты сейчас его будешь пить. Шакюры дарим по 40 лир. А вот трубочки, думаю, где трубочки? Ага. Спасибо. О, трубочку взяли. Ой, боже, боже, боже. Холодные апельсины лежали в холодильнике. Ой, боже, как же это вкусно. Ни капли льда, ни льда, ни воды, ничего не разбавлено. Чистейший апельсиновый сок. Вот с таким видом. Теперь можно спокойно продержаться до Нигроса, потому что уже жарко прям невыносимо. Тяжелая, конечно, работа. Ну, он хоть в тенечке сидит. Кстати, смотри, написано. Видела наверху. Сама не знаю. У нас обычно так компотные смеси стоят. Я пошла за десертом. Мне кажется, это какой-то компот варить.
А может, нет. Здесь вот, видите, вот это же все тоже же можно, по идее, компот варить. Можно есть. Но 116 недешево. Курага. Это 400 с чем-то рублей. На 4, если умножать. Так, мы пришли с Оксаной, заслужили, в общем. Сок выпили. Дальше уже как... Хотя, вот знаете, когда я шла голодная и пить хотела, я быстрее шла. Сейчас как-то я подросла. Хочу, тоже такое хочу. А Ваня взять такой, интересно? А еще ту. Я возьму, угу, один, не будет. Не, я съем. Он не пропадет. А мама будет, интересно? Попробуй. С мамой поделимся. Ну, мама такие не любит. Ей жирное нельзя, а это сливки. А тебе нравится? Я такие не люблю. Они типа вот такие вот. Хотя вот это пицца, кстати. Слушай, а вот эта пицца маленькая. Я вот такую Ваньке возьму, он с кукурузой любит. Сейчас я ему разогрею, он позавтракает. Ну, что-то одно. Я люблю, конечно, эти, но тут же. Ты шакеры дырял. Оксана, я положу тебе пока в корзину. Сейчас я быстро за едой сбегаюсь наверх. Пиццу Ване возьму. Ну, а что мне на второй этаж с корзиной топать? Ну, давай, хорошо. Видите, здесь Мигрос двухэтажный. И мне, допустим, не очень нравится, что косметика вся, бытовая техника, все на втором этаже. На втором... О, разбитое зеркало, говорят, не смотрится. На втором этаже и забываешь всегда этот корм тоже, он на втором этаже. Кстати, просили показать цены на эти на порошки, сейчас тоже вам покажу. Вот, допустим, порошок, да? Только я не знаю, это для чего порошок. 64 лиры, 65 на 4. Умножайте, получите общую стоимость. Сейчас мне вот Инна говорила, белое мыло где-то здесь, говорит, очень хорошо отстирывает. Именно для стирки белое мыло. Так, ну что? Ома порошок большой, 3 килограмма, 112 лир. На 4 умножаем. Мариэль, 104 лиры. Матик какой-то, не знаю, что. За Матик 99, самый дешевый. 99 лир. В общем, ну, цены такие. Отбеливатель я дома брала, 99 лир, 400 рублей. Но, кстати, у нас дороже. Я дороже покупала этот отбеливатель. Хороший. Здравствуй, правда. Потому что пришила в порошки. И здесь... пахнет, ого-го. Вот у них вот этот Ома, наверное, может, хороший. 179. Наверное, выгодно такая большая пачка. Так, ладно. Сейчас пойдем котяток искать. Вот оно все. Для котяток на втором этаже. Поэтому я до сюда не дохожу. Так, я хочу им это жидкое взять. Потому что это пить. А тут хоть чуть-чуть водички содержится в этих пакетиках. Вискас по 15,95. Дороже, чем у нас. У нас пакет вискаса 20 рублей стоит. Здесь дороже получается. У нас там на обед сегодня макароны, суп. Сейчас хочу Ване пить сколько-нибудь. Ну, не только Ване, все мы вместе. Но что-то здесь вот не ахти пить. Сейчас я вам покажу, где красивые лежат. Это вот в заморозке у них, в холодильниках. А вон там есть еще холодильник. Он как-то отдельно стоит. Вон, видите, он даже называется «Пицца». Вот эта вот пицца у них вкусная. Ее есть смысл брать. Я брала. Очень даже нам понравилось. 59 лир. А я вчера брала, я даже две возьму, на пляже 220 лир. Одна. 220 лир маленькая. Здесь 59 большая. Рыба сегодня по 399. Один раз мы вот с вами попали на акцию. 199 рублей стоило. Сейчас больше не было с того момента. Один единственный день. Это, видимо, у них они, наверное, распродавали какие-то остатки. Сейчас приехало очень много русских. Ну, прям вот очень много. И скупают люди просто мясо килограммами. Турки в шоке. Потому что цена не дешевая. А покупают очень много. И рыбу покупают килограммами. То есть по 400 лир. Так. В общем... Вань, ты будешь вот такой? Я тебе десерт купила. Пиццу на обед взяла. Вот такую тебе, если хочешь, на завтрак разогреть.
А десерта вот я два таких взяла. Будешь десерт такой? Да, я буду. Будешь такой скромник? Ну? Ты себе взяла? Ну, всем взяла, желающим можно поделить. Тут одну банку не съешь. А, у меня почему-то их три банки. Это Оксанина. А, это Оксанина здесь. Да. Мама, а ты будешь, я с тобой поделюсь пополам? Нет, пошла кошек искать. Но я знаю, что мама, этот, он жирный десерт получается. А, сливки же тут или что, я не знаю. 85 лир стоит. Почти 400 рублей. Чуть меньше, чем 400. Можно, можно. Берите. Чай наливайся. Пошла искать кошек, представляете, сейчас внизу. Когда выходили, они прям хвостами крутили везде. Сейчас уже народ прибыл. Ни одной кошки не увидела. Куда делись, не знаю. Все кусты обошла. Еще они здесь кыс-кыс не откликаются. Котенок рыжий, маленький, классный, прям совсем классный. Так, ладно, сейчас будем кайфовать. Как все, кайфовать это значит завтракать. Ну, не знаю. С утра кайф походили, сейчас позавтракали. А мне нравится, что сегодня ветерок. Ветерок прям вообще класс. В общем, новый лайфхак. Я не могу. Здесь такие маленькие вот эти кружки. Это что-то с чем-то. Я не напиваюсь. У меня дома в два раза больше. В общем, я себе уже наливаю две. Сегодня чая. Что-то хочу чай, не могу, потому что... Еще раз говорю, не напиваешься водой. Скажи, уже стакан бабушка, сока. Бабушка вкусный, да, чай заварит. Но я уже выпила стакан сока, бутылку воды пришла, 0,5 выпила. Я опять хочу пить. У меня такое ощущение, что я вообще ничего не пила. Прям хочется, вот знаете, залпом, да, с мятой. Ну вот клубника, конечно, я не знаю, под вопросом. Зачем оставлять хвостик? Объясните мне. Ну зачем? Куда я его сейчас должна выбросить? Хвостик с собой нужно, ну вот в крышечку, видимо. Ну в общем, я считаю, что клубничку можно было и почистить. Но в целом я обожаю такие десерты. Обожаю утро и обожаю Махмутла. И люблю всех зрителей с утра, пока комментарии не читаешь. Вообще все шикарно просто. Все, десерт половину не съела, а вот чай выдула весь. Ну, в общем, очень-очень, конечно, приторно сладкий. Мне все-таки больше пахлава нравится. Ваня вчера пошел что-то покупать себе в Мигросе какую-то вкусняшку, пришел с этой штукой. Ваня, ты что, ее сейчас с собой на море хочешь взять? Эту штуку. Зачем ты ее? Какую тележку? С тележкой, понятно, ты ходишь на море. Вот эту штуку ты себе купил. Зачем? Чтобы на ней с горки кататься. Ну, ты ее сейчас с собой берешь? Да. Ваня похудел и вытянулся. Слушайте, он еще вытянулся. Неужели он еще за лето вытянется? Я вообще офигеваю просто. Он у меня раненый боец. Смотрите. Там синяк, там синяк, там синяк. Че? Может, идти нам, мы туда пойдем с вами. А мы на море будем снимать? Так надевай такую же тунику. Мы сейчас с Оксаной хотим рис. Рилсов понасохраняла. У меня куча идей. Я говорю, пойдем сейчас. Ты договариваешься на один. Че на один? Так, а ты что ли будешь снимать? Мы сами себе снимем. Двоих нас. Нет, для меня, Варя. И меня тоже. А тогда прическу надо делать. На один договор. Ну, Варя, ну как на один? Нифига себе. Оксане снимешь, а мне нет? Да. Кто у меня еще оператор? Ты что, что мне Дениса просить? О, сейчас возьму. Еще одного. Нет, тогда я прическу сделала не кайфовую. Прическу переделала. Еще буду полчаса собираться. Шляпу налить. Самый верный способ, если не хотите делать прическу, либо кепку, либо шляпу. Шляпы нормальный антураж. У меня интересные там рилсы. В общем, мы любители рилсов. Сынок. Сынок едет на рынок. Я так подозреваю, что сынок едет на рынок. Слышите? Я с Оксаной договорилась, с тобой нет. Что? Нифига себе, за что меня ты так? То есть, значит, вечером, слышь, я вчера стою на луну, смотрю. Смотрю, сзади меня туда обнимает, Ваня пришел. Уже все спят к этому моменту. И такой, ну, весь маму любит, все. Как только утро наступает, так превращается, из этого, ягненка превращается в буйволенка. Давай с тобой. Что у тебя происходит ночью? Давай с тобой балаем. Нет, утром он у меня всегда бунтует. Слушайте, бунтарь. А вечером такой милый ягненочек. Ягненочек. Он сейчас милаха. Да, конечно, милаха. Смотри, как будто собрался... Это то,
тоже можно рилс, кстати, снимать. Типа, знаешь, собрался на море. А вот это корыто, ты можно поинтересоваться, зачем везешь корыто вот это вот? Чтобы она не усилила. Личная подставка. Слушайте, ветер прям такой усилился. Прохладненький прям вообще. Так, киски. Иду, блин, с кисками. Ну, надо рилс, да, снять. Блин, кошкам вот специально, они постоянно здесь тусуются. Сейчас нету, куда пропали, зараза. Дай я пойду там сбоку посмотрю, а. Сейчас догоню. А? Ветерок начался, и началась волна. Вот такая. Ну, легкая. Пока что заходить можно. Пока что заходить можно. И опять... А горы в Алании, видите, они все в такой дымке. Просто именно дымка. Даже непонятно, что это такое, потому что солнце, блин. Смотрите. Вань, ты на проходе уселся, мешаешь людям. Бабушка отдыхает, да. Так, а что, у меня лежака нету? А, вот это мой? Так он это, не в тени. Штор начинается. А ты видела, книжка там лежит? Поэтому завтра мы пойдем там. Там тоже шторм. Почему там нет шторма? Шторм. Конечно. А? Какая клюшка? Какая клюшка? Чего с ними? Она говорит, нет, а я машу. Знаете, есть такой ролик на ютубе, когда один активный, а другой пассивный. Слышите, один лежит, ему нифига не надо. Во, надо тоже его снять. Я да. Сейчас тебе его найду, я его сниму. Что ты надо мной стоишь и так танцуешь. Она мне, пойдем снимать. Я только легла. Пойдем еще снимем. А нет, а с утра у нас другая обстановка. С утра я иду, знаете, на бодряки. Оксана за мной еле идет, что-то там слушает сообщения какие-то. Я, пойдем снимать. Она еле идет, ну что тебе надо? У нас с тобой не совпадают, в общем, я поняла, энергетические часы. Вот сейчас я уже прилегла, мне уже хочется просто тупо поболтать. У меня сейчас самый актив. Пойдемте прыгать, бегать, снимать. Пока тем более оператор сидит. Ну сейчас подожди, я себе ролик сразу выберу. Хорошо. Блин, нам вместе нигде не скучно. Даже если мы будем на необитаемом острове, мы себя повеселим. Мы повеселим всех насекомых, обитателей, животных. Слушай, а может быть с волнами что-то такое интересное снять еще? Да. Что ты? Только у нас наушников не будет, тяжело будет. Надо слушать музыку. С телефоном, с наушниками. Да, то наушники утопишь. Что, Ваня, опять? Мам! Ты можешь со мной сходить туда? Хорошо, я тебе открою. Ну, брат, ключ. Я тебе открою дверь. Дверь открою. Мама, мне хочется, знаете, так трупиком. Или как это, тюленем называется, разлечься. Но опять куда-то нужно идти. В общем, а вот тень, кстати, мам. Тень, вот. Мой что-то плавает у него, эта штука отдельно, он отдельно. Хоть Ваня и хорошо плавает, но я за него, конечно, немножко переживаю. А, Дениса тоже я вижу. Что-то наворачивается. Сейчас пойду тоже к нему, занырну. Ну вот в такую волну я уже не пойду. Смотрите, кто-то прямо в волнах вынесла, а там плита. Интересно, мой нормально доплывет до сюда? Ну, с этой штукой, которую он себе прикупил, хотя бы не страшно. Смотрите, как красиво. Обалдеть просто. Я обожаю эти волны. С телефоном не пойду. Но вода уже вообще очень классная. Очень классная. Прям я стою, очень теплая, хочется прям вот заходить купаться. Нас сейчас выгнали, что с мест мы пересаживались. Подошел этот сотрудник, говорит, уже зарезервировали здесь места, то есть можно зарезервировать, он кому-то вот уже настроил. Но прибежал, нам сделал в другом месте, тоже в тенечке. Боже, вот смотрите, как здорово. Вообще классно просто. Когда у тебя ноги в воде,
прохладно. Вам себя показываю, я вам море буду показывать. Все скучают по морю. Сейчас пойду до сыночка, до своего. Они сейчас тоже, говорят, пойдут в бассейн. Лепота. Вот. Самая большая лепота. Жить нужно в кайф. Все на себя тут же и вылила. Кстати, у них как-то слаще эти апельсины, чем которые сегодня были на набережной. В общем, море чем дальше, тем, видите, больше волна набегает. Завтра уже, видимо, в общем, 3 дня всего лишь было спокойное море. Дальше уже вот такая волна. Но мне такая волна нравится больше. Вообще люблю большие волны, чтобы пробежаться. Так. Вот так вот взять и пробежаться. В общем, сейчас здесь есть время. Проведу прямой эфир. Оксана сейчас пойдет обедать. Мама уже ушла обедать. Ваня пошел к бассейну. У него теперь появился друг, мама не нужна. Как же это здорово? Меня Оксана отсюда будет за ноги увозить. Я буду цепляться за песок, мы будем снимать вот этот рифс. И буду говорить, оставьте, оставьте меня здесь. Я никуда не поеду, оставьте меня. Так вот пришли мы с Ваней. С Ваней, с Оксаной. Моя бабушка у нас, как всегда, спит. Пиццу пожарили, вот эту, которую с утра взяли. В Мигросе. Делается она быстро, вообще элементарно. Посчитали прибыль с пиццы с этой. Салатик плюс еще. Оксана супчик ела, как нормальный человек. Мы с Ваней супчик сегодня не ели. Ладно, это я сейчас положу. В общем, как я и сказала, на пляже эта пицца стоит. Они тоже ее, видимо, я сомневаюсь, что они ее сами делают, берут в Мигросе. 220, а здесь 59. 59 или сколько там показывала с утра. Можно 4 пиццы купить на эти деньги. Только нужно просто с пляжа уйти, неохота на пляже. Материал драгоценный. Не хуже, да? Сейчас черешенка, арбузик, эти помидорчики, в общем, все как надо. Ну, а с вами со всеми я прощаюсь, как всегда, всем добра, удачи, позитива. Не знаю, что мы сейчас будем, в смысле, мы-то сейчас чуть-чуть передохнем, пойдем опять на море, просто сейчас очень жарко. Потом, может быть, прогуляемся по торговому центру, не знаю, посмотрим. На этом я с вами прощаюсь, как всегда, всем добра и увидимся с вами вновь. Пока.